Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Барвиха РП Мобайл. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видео. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое следующее видео. В общем, что, дорогие друзья, сегодня, как вы могли понять по названию ролика и до самой по картинке, мы сегодня будем ставить новые диски на нашу ВАЗ-2106. Поэтому мы сейчас отправляемся в наш город, где, собственно говоря, занимаются именно этим ремеслом. Поэтому, дорогие друзья, пока я буду ехать, собственно говоря, в саму, в Мурино, если я не ошибаюсь, это будет у нас автосалон Мурино, то у меня возникает один маленький вопрос. Почему вы до сих пор не играете в Барвиху РП Мобайл? Ведь это действительно безумно крутая игра. Я в нее играю уже с апреля месяца, даже больше, чем полгода, и до сих пор оторваться не могу от этой игры. Поэтому обязательно после просмотра ролика переходи по ссылочке в описании и качай Барвиху себе на телефон, и будешь играть вместе со мной, либо с друзьями, потому что это действительно очень крутая игра. Это та же самая GTA San Andreas, только с русской картой, да и еще, собственно говоря, куда-то я заехал не в ту сторону, вообще не туда я заехал. Да и еще она, собственно говоря, просто бесплатная и с картой России. Поэтому, ребята, в твоем телефоне. Поэтому, чтобы поиграть в нее, абсолютно ничего сложного не нужно. Достаточно будет, собственно говоря, пару 100 мегабайт на телефоне, и все, и ты уже можешь с легкостью поиграть в эту игру. Поэтому обязательно переходи по ссылочке в описании и качай ее по моей ссылочке. Для меня это будет очень приятно, если каждый из вас будет играть вместе со мной. Вот прям очень сильно приятно. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Но мы стараемся поехать очень нормально, потому что, как видите, да, сейчас очень плохая погода на Барвихе. Как видите, снег выпал очень обильный, настолько, что машину может очень сильно заносить. Я не знаю, сможет ли она справиться с таким обильным снегом, но лучше ехать аккуратно. Как видите, она реально очень тяжело. Мне нужно поставить какие-нибудь нормальные диски себе, потому что эти, конечно же, шины машину вообще не выдерживает, она скользит как не знаю что, и это просто беда. Поэтому, ребят, мы сейчас будем делать разгончик небольшой и уже стараться выехать на трассу. Воу-воу-воу, трасса, вот она и приехала, трасса. Как видите, говорю, ребят, аккуратнее будьте на дороге, потому что, видите, она не тормозит вообще абсолютно. То есть я когда тормознул, а машина только остановилась через секунд 10. Ну, это очень... очень фигово, поэтому лучше ездите по дорогам, дороги не такие скользкие, и аккуратненько старайтесь, потому что реально может занести вас очень сильно, тем более, если у вас крутой тюнинг, будет обидно, если тачка поломается или что-то с ней еще сделается. Ну а мы уже, в принципе, что? Мы уже выезжаем на дорогу, как видите, уже нас сейчас ждет вот такая вот прекрасная поездка на в сторону направо, и мы будем ехать, наверное, ну не так уж долго, но я думаю, что придется покататься. Надеюсь, у меня бензина хватит, инвентарь, у меня канистра же есть, надеюсь, канистра есть. А канистра-то нету. Вот это прикол, вот это интересный прикол. Нам придется найти заправку по пути. Надеюсь, нам хватит 10 литров до какой-нибудь хотя бы заправки, потому что, как видите, бенза у меня не так много, а именно 10 литров. Поэтому, я не знаю, будем надеяться на то, что я реально найду хотя бы одну заправку. Там кто-то плавает в воде, офигеть, прикольно, под мостом. А мы будем отправляться с вами и искать заправочку. Надеюсь, реально на дорогах будет хотя бы что-то, потому что 10 литров это мало, ребят. Я думаю, что нам не хватит доехать до Мурино, собственно говоря. А вон и заправка, я вижу. Вот я вижу и заправку, но нам нужно до нее добраться каким-то образом. То есть она на той стороне. Я думаю, что если мы проедем дальше, нам может уже и не хватить. Поэтому нам нужно где-нибудь развернуться и доехать до заправочки. Либо уже двигаться дальше и надеяться на то, что нам хватит бензина. Ой, я на самом деле переживаю, но надеюсь, что хватит, потому что, ребят, посмотрите, негде развернуться, абсолютно негде развернуться, чтобы поехать в ту заправку. Ладно, будем надеяться на то, что мы встретим еще одну заправку, потому что 9 литров, ребят,
очень опасно, но все-таки что поделать, я уже решился так сделать и поехать прямо. Надеюсь, что реально где-нибудь над дорогой должна быть еще. В принципе, у нас 9 литров, вот она еще одна заправка, но она опять на той стороне, и подъезда к ней вообще нету, ребят. Никак к ней не заехать. Опять вот сколько будет. Почему они только по левой стороне? Надеюсь, хотя бы одна будет по правой, потому что, ну что это такое? Как нам, которые едут, собственно говоря, в Мурино, как нам заправляться по дороге? Это неправильно. Так, у нас тут впереди, ну вот тут было пересечение небольшое, но лучше уже поехать прямо, не останавливаться и стараться двигаться дальше. И, по-моему, вот там есть заправка. А нет, это просто значок билборд. Окей, будем ехать дальше. В принципе, шестерка не так много бензина ест. Я думаю, нам хватит до куда-нибудь доехать. Я надеюсь, что мы сможем доехать до заправки. И ура, 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 мы доехали до заправки. Реально, это было возможно, слава. Йо-йо-йо-йо, ура, 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 ура. Поэтому давайте подъезжаем вот так к заправочке и напишем консольную команду, вот эту, Фил. И, кстати, дорогие друзья, забыл совсем сказать. Так, выберите, какой нам бензин нужен, 92-й, наверное. Да, давайте 92-й, максималочка, вот так, отличненько. Многие спрашивали: Личи, а что мне делать, у меня денег нет в игре? Ребят, все на самом деле просто, мы с разработчиками уже подготовили для вас промокод. Чтобы его активировать, нужно в чатике написать слэш, потом ММ. И в разделе промокоды, это 9-й раздел, открыть вкладку первую, промокод от ютубера. И вот сюда ввести мой промокод, хэштег Личи. И все, и ты сможешь купить себе любую машину за 150 тысяч рублей. Это, в принципе, изи. Так, то есть, вот таких шестерок ты себе сможешь купить где-то штуки 4. О, вот это хасанятор, красавчики. Просто молодцы, зашли в поворот. Отлично, просто мне безумно нравится. Поэтому дальше давайте будем проезжать и смотреть, куда нам ехать. Нам нужно дальше проезжать. Мы никуда не сбавляем, просто едем дальше. И мы упремся с вами в Мурино, если я не ошибаюсь. И либо это наоборот и есть Барвиха. Ой, как же заносит, йоу, как же ее заносит на дороге. Офигеть, надо реально менять уже резину, потому что это очень жестоко, но надеюсь, что мы реально справимся. Снег идет реально обильный, и мы с ним, в принципе, уже как бы привыкли к нему, поэтому ничего страшного нет. Так, главное, чтобы чувачок, который едет сзади, никак в меня не влетел, тогда будет все, в принципе, отлично. Ремкомплект есть, тут у нас вот такая вот затяжная дорога, и начинается дрифт, начинается, ребят, дрифт, и вот оно что начинается. Оу, и отлично, все, мы уже заехали, я не знаю, это... Ё-моё, почему это... Сильно влетел в эту машину. Секундочку, дорогие друзья, я сейчас посмотрю, что случилось. И все, в принципе, дорогие друзья, мы уже почти доехали до шиномонтажки. Нам осталось проехать пару кварталов, и наконец-таки мы сможем сделать какие-нибудь другие диски для нашей шестерки. Поэтому сейчас мы будем уже поворачивать направо и продвигаться в сторону тюнинга. Кстати, тут очень много игроков, поэтому у нас есть маленькие торможения, но надеюсь, что это никак не повлияет на игру. Машину реально сильно заносит. Я вижу, что она уже у меня дымится, но надо аккуратненько доехать реально до самого момента. Уже осталось совсем чуть-чуть, и мы сможем реально что-нибудь другое одеть на нашу машину. Поэтому давайте вот так, опа, подъезжаем, и наконец-таки, ребят, шиномонтажка, вот она нас встречает. Давайте уже, собственно говоря, заедем на нее и посмотрим, что там у нас есть. Так, посигналим. Заезжаем, отличненько. Так, что у нас есть из дисков? Нам нужно сделать реально нормальные диски, большие, чтобы они хорошо смотрелись на наши шестерки тюнингованные. И я думаю, что это были бы какие-нибудь... Опа. Мне кажется, вот эти диски очень сильно подходят. Они стоят 44 тысячи, это литье, наверное, где-то R18. О, а есть еще круче. Мне кажется, что вот эти... Это реально те диски, которые нужны. И резину можно поставить зимнюю. Вот сейчас мы это с вами и проверим. Поставим мы зимнюю резину и посмотрим, что вообще и как будет. Так, в принципе, отличненько. Вот так вот получается такая вот у нас ВАЗ-2106 на таких, собственно говоря, дисках. И теперь надо ее починить. Тогда будет все отличненько. Так, давайте ремкомплект используем. И оу, какая она клевая. Но почему-то у нас поставился старый бампер. Я не пойму, что за баг. Но поверх моего тюнингованного бампера кастомного у нас поставился старый ВАЗ-2106 шестерки баг. И у меня еще и на крыше какая-то фигня. Короче, у меня какой-то случился баг, что
весь старый тюнинг оделся на шестерку. Как будто все тюнинги, которые были с шестеркой, они оделись ко мне на машину. Я не знаю, из-за чего это произошло. Ну-ка, давайте заедем. Йоу, как же это странно выглядит. Что произошло с игрой? Реально, очень странная шестерка получилась. Я не знаю, видимо, это баг. Надеюсь, что это реально баг, и оно уберется после захода в игру. Но диски зачет. Но машина сейчас увидела какой-то странный вид. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Если вам ролик понравился, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте пальчик вверх, пишите свои крутые комментарии. Кодовое слово в этом ролике пускай будет шестеренки. Все, кто напишет слово шестеренки, обязательно попадет в мое следующее видео. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личик. Качайте Барвиху и RP Mobile по моей ссылочке и обязательно играйте вместе со мной. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи. И всем до скорых встреч!